Минуло трохи більше року з дня трагедії в Одеському коледжі, яка сталася 4 грудня минулоріч. Тоді внаслідок масштабної пожежі загинуло 16 осіб. Батьки загиблих студентів і досі не можуть оговтатись від страшної смерті своїх дітей. Міська влада Славутича поставила за мету зробити перевірку освітніх закладів та доопрацювати всі зауваження пожежних служб. Таким чином, за кошти міського бюджету у ліцей було придбано та встановлено систему блискавкозахисту, а також систему пожежної безпеки та сповіщення. Встановлена була, як сказати, нова система охорони пожежної сигналізації. Это тираж 16П с двумя блоками расширения по 16 шлейфов. То есть работают установлены дымовые датчики по всему помещению, вплоть в подвальном помещении, разбито на шлейфы. Работает на дым, при обнаружении дыма выдает сработку. Стоит система оповещения, то есть в случае сработки пожарной сигнализации идет звуковое оповещение, чтобы покидали помещение, то есть выходили все на улицу. И где розташовані ці датчики? На кожному поверсі? На кожному поверсі, да. В каждой комнате, в каждом помещении от двух датчиков. То есть один датчик рассчитан на 20 квадратных метров. То есть везде кухня, подвал, всі комп'ютерні, ну всі, практично всі помещення. Крім того, система оснащена спеціальними акумуляторами на випадок, якщо у закладі буде відсутнє електропостачання. У разі виявлення диму система миттєво спрацьовує та передає сигнал на пульт. Передається на пульт централізованої охорони, пожежної охорони міста Чернігова. При сработці оператор приймає сигнал тривоги и передает сработку группе реагирования. Она приезжает и осматривает объект в случае пожара, выезжает пожарная машина. Аби не витрачати час для пошуку місця пожежі, в системі передбачено зонування датчиків. Стоит три таких блока, то есть два на первом этаже и один на втором этаже. И это 16 шлейфов, то есть в каждом блоке 16 шлейфов. В каждом шлейфе получается там от 10 датчиков. То есть каждый, ну, по два датчика, вот, например, в каждом помещении разбито на шлейфе, для чего? Чтобы легче было найти, где произошло возгорание. То есть, и на пульту пожарной охраны сразу видят, например, сработал 15-й шлейф, там записано, это, например, спортзал. Сработал там второй, это там, например, подвальное помещение, комната такая-то. То есть на пульту пожарной охраны видно, сразу они видят, какой шлейф именно сработал. То есть когда едет сюда машина, она уже знает, что именно, где, не бегать по всему лицею. Да, место уже. Да, уже не знает. Там, а вот это вот что такое? Это тут блок управления, клавиатура, которой можно посмотреть, какие неисправности было, кто там, ну, все полностью историю, когда что срабатывало. А есть какой-то гарантийный срок у этой? Ну, вообще на все год, то есть... Обслуживание потом какое-то? Ну, я его обслуживаю каждый месяц. То есть прихожу, смотрю... Проверяю. Да. А так, показали мы себя это по всей Украине, самое, как говорится, надежно, то есть везде устанавливают такого плана прибора. Крім того, за бюджетні кошти було придбано та встановлено пожежну сигналізацію для Центру захисту дітей, дошкільного закладу номер 8 «Теремок» та дошкільного закладу «Центр розвитку дитини». Приємно, що міська влада піклується про безпеку дітей та сподіваємося, що нове обладнання ніколи не знадобиться.